Размах крыльев 75-95 мм. Крылья темные, фиолетово-серые, с поперечными черно-серыми волнистыми перевязями и линиями. Внешний край крыльев зубчатый. Грудь и брюшко темно-серые, густо и нежно опушены. Ареал обитания бражника – восток Европы, юг Финляндии, Прибалтика, восточная Польша, Белоруссия, север и средняя полоса европейской части России, южная и центральная части Сибири, юг Дальнего Востока, северная Монголия, северо-западный и северо-восточный Китай, Корея, Япония. Вид встречается на лесных полянах и по берегам озер, по лесным опушкам, изобилующими осиной. Также в смешанных и лиственных старых лесах с высоким уровнем влажности. В европейской части России очень локален и редок. На юге Восточной Сибири и Дальнего Востока России обычный вид, встречающийся повсеместно. Бабочки активны после наступления темноты. Активно летят на свет, особенно самцы. Развивается в одном поколении. Лёт бабочек с конца мая по середину июля. В Приамурье с конца мая до середины августа. Гусеница питается на осине, реже на других тополях и ивах. Зимует куколка в почве на глубине 2-3 сантиметров.